Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Dominato Space, и сегодня я бы хотел показать вам мою коллекцию наборов LEGO Space Police. Да, коллекция у меня достаточно скромная, как вы можете видеть по наборам, но почему она так точно не скромная, так это по мини-фигуркам. У меня имеются почти все мини-фигурки этой серии, не достает только, 3-2 штуки, точно уже не помню сколько, с появлением вот этого набора. Преследование на гиперскорости. У меня, наверное, осталось только 2 мини-фигурки в коллекцию, тогда у меня все будут. Это Снейк и Рэнч, вроде бы, да, так его зовут. Это племянник Крэнкса, насколько я помню, да. Ну, в общем-то, давайте не будем вдаваться в историю злодеев и героев этой серии, а посмотрим сперва на наборчики. Значит, вот это все один набор, это как раз таки база космополиции. В этом наборе также шел маленький перехватчик Крейниака. Крейниак, он там стоит, он красный скелетон, похож на братьев Черепов. Вот они также имеются в моей коллекции, сидят в своем звездолете. Также в этом наборе шла вот эта вот машина космополиции. Ну и сам этот набор сейчас очень дорого стоит. Я на самом деле не знаю почему. Но он действительно коллекционный и является очень раритетным на самом деле. Сейчас он стоит очень много денег. Заказывал, я помню, его в свое время с Москвы, когда он только вышел. Мне было тогда 10 лет, и я просто был помешан на серии «Космополиция», хотя и сейчас неравнодушен к ней, ибо, слушайте, эта серия отлично просто. Даже сейчас я себе на Новый год взял вот такой вот замечательный наборчик, чем до сих пор несказанно рад. Значит, о наборе понятно, очень раритетный и классный. Давайте мини-фигурки посмотрим. У нас слева Крэнкс, 2 полисмена. Далее идет Джасон, еще один Крэнкс, Сквидмен, или как он любит, чтобы его назвали, Писквиди. Сзади имеются Френзи. Один с сурками, другой без. Еще 2 полицейских. Сквидтрон, там за Брик Дэдди стоит Крайняк. Брик Дэдди — это у нас босс. Ну и давайте, чтобы вы лучше просмотрели Крайняк, я вот так сделаю. Ну и Брик Дэдди сюда поставлю. Нет. Он все-таки лучше как-то смотрелся. еще одних полицейских. В принципе, полицейские особо не различаются между собой. Мини-фигурки очень важные для серии, ибо если просто злодеев иметь, то как-то неинтересно. Да, и еще мини-фигурки — это Skull Twins, вот эти черепные братья, черепные близнецы. Один вот тут сидит, а второго похитили. Вот он здесь в капсуле уже. И здесь также имеется еще один полицейский. Сам набор, на него уже был обзор, на все эти наборы, насколько я помню, были обзоры. Хотя насчет вот этого я не припомню. Давно все-таки я его брал, когда еще канал не был создан, поэтому я насчет него не ручаюсь. Но на вот этот набор точно был обзор, и на вот этот Сквидтронс Smash, или как, Smash and Grab, вот. Еще также тут имеется набор с этим Крэнксом, Фризера и Френзи. Вот он тут частично. В принципе, это все такая у меня небольшая, скромненькая коллекция Space Police, но если понять то, что в Украину эту серию никогда не завозили, и не будут завозить, хотя, в принципе, вот этот набор я заказал с Киева, с сайта constructors.com.ua, отличный сайт, там раритетов завезли, вот почему я и взял, и достаточно по приемлемой цене этот набор мне пришел запечатанный, сейчас вспомню, за 2400 гривен. По-моему, для такого набора эта цена оправдана, учитывая то, что его продают за 150, за $170 на eBay запечатанный, то за 2400 гривен это просто замечательно. Причем и коробка в хорошем состоянии, и все запечатано, все здорово. Так вот такая вот у меня небольшая коллекция Space Police, хотя я очень рад, что у меня она имеется хоть такая, потому что, я фанат этой серии, и не скрываю этого, потому что, серия действительно классная, и я являюсь ее поклонникам, поэтому, надеюсь, вам тоже это видео понравилось, моя коллекция понравилась. Если так, то не забудьте оставить комментарий, пожелания о следующих обзорах и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много нового. С вами был я, Dominato Space, всем удачи и всем пока!